Всем привет! На обзоре снова два недорогих лазерных осыпостроителя. Поставляются в довольно качественных сумках для хранения и удобства транспортировки. По комплектации тоже почти все одинаково. Небольшое руководство пользователя, наконец-то на русском языке, где мы можем видеть все основные технические параметры. Платформа с возможностью регулировки высоты. Смотрим примерные размеры и достаточно неплохое качество изготовления. Блоки питания для зарядки специально под наш стандарт розеток, напряжением в 5 вольт на выходе и током 2 ампера, то есть 10-ваттной мощности. Почти одинаковые с виду пульт дистанционного управления, на дорогом варианте более дорогое исполнение, приспособление для крепления покрыто оцинковкой для долговечности, ну и более компактные размеры. Переходники. Аккумуляторы имеют разные размеры, хотя есть небольшая схожесть, но не взаимозаменяемые. Данный блок состоит на основе элементов питания стандарта 18650. Это отличное решение, учитывая ремонтопригодность, ну и блок контроля и управления зарядкой. На другом аккумуляторе все то же самое. Есть лишь незначительные отличия в реализации управления зарядкой. В остальном все одно и то же. Отличный ремонтопригодный аккумулятор. Элементы питания в обоих случаях идут параллельное включение. Вес аккумулятора у более дорогой модели 100 с лишним граммов, а на втором меньше 100. Блоки питания, разъемы взаимозаменяемые. Отражение хода зарядки информирует свечением индикатора зарядки. Этот кронштейн позволяет очень точно подстраивать под разные положения. Очень точно с малой подачей регулировать положение лучей, крепление переходник для того, чтобы подвесить нивелир на кронштейн, одевается вот таким образом. На этой модели уже встроенная резьба, значительно отличаются и размеры приборов, в том числе и по высоте. На этой модели есть возможность вращения головы при фиксированной плоскости. В обоих случаях сенсорное управление. Минимальное расстояние от пола до луча в этой модели порядка 2 см, а на этой модели значительно ниже. Крышки везде пластиковые. На этом есть еще уровень. Вес в сборе примерно 680. Ну и этот видим значительно легче. На этой модели, видим, есть возможность максимально приблизить к потолку, тогда как здесь расстояние будет значительно больше из-за выпирающей резьбовой вставки. Крышки закреплены на 4 винта, есть пластиковое уплотнение, сюда еще напрашивается тонкая силиконовая прокладка во избежание попадания грязи и пыли вовнутрь прибора. Удобная конструкция для разборки, есть 3 винта для калибровки, ну и отличная металлическая конструкция, где можем видеть и подшипники качения, аккуратная пайка, есть обозначение компонентов, ну и выходы на сенсорное управление. Здесь уже смотрим, излучатели стоят по 4 винта, думаю, гораздо проще для юстировки, ну и основательная металлическая конструкция. Ну и вот этот участок под кнопками гораздо надежнее реализовано здесь. Здесь тоже казалось бы чуть попроще, хотя, как видим, ничего не выпадает, как пишут в отзывах. Все достаточно надежно. Первое включение приборов. Стабилизация не так быстро. Лучи при этом видим почти одинаковой толщины. Первую проверку лучей проведем на расстоянии 4 с лишним метров. Толщина лучей тут почти одинаковая. Проверяем лучи и на расстоянии в 2,5 метра. На расстоянии 12 с лишним метров ширина спектра более яркого свечения порядка 3 мм. Теперь проверим на точность. Сначала горизонтальную линию, отмечаем первую линию, поворачиваем на 90 градусов и видим, что есть совсем незначительные отклонения. Поворачиваем еще раз. Отклонение немного увеличивается, но все равно в соответствии с техническим допуском. Поворачиваем еще раз, остается незначительное отклонение.
Ну и в первоначальном положении все выравнивается. Теперь этот образец. Здесь все так же отмечаем первоначальную отметку. В данном лазере более яркое свечение луча. Поворачиваем на 90 градусов. А вот здесь его надо реально откалибровать. Поворачиваем еще на 90 градусов. Остается отклонение. Поворачиваем на 90 градусов. Тут тоже есть отклонение. Возвращаем первоначальное положение и возвращается в исходное положение. Теперь проведем такой тест на точность вертикальных линий. Сперва отмечаем центр пересечения линии. Отмечаем и обозначаем первую линию. Ставим метки и на вторую линию. Поворачиваем прибор. Сверяем с первой линией и теперь проверяем вторую линию. Здесь тоже, как видим, отклонение на одну толщину луча. В общем, надо выводить на ноль, делать идеальную калибровку. Теперь смотрим этот нивелир. Совсем незначительное отклонение. Поворачиваем в другое положение. И здесь почти все точно сходится. Работа пульта дистанционного управления. У каждого свой диапазон, но у этой модели есть отличные возможности регулирования яркости луча, особенно полезная функция при работе в темных помещениях. На этой же модели пульт дистанционного управления выполняет роль только включения и отключения лучей, но и также перевод на режим работы с приемником. То есть в данном режиме лучи становятся чуть более тусклыми. Оба пульта работают на элементах питания стандарта CR2032 наподобие шайбы. Еще такой тест. Проверим вертикальные линии с помощью отвеса. И здесь тоже можем наблюдать все достаточно точно. Ну и вторая модель тоже показывает отличный результат. Теперь проверим и токи потребления. Удерживая нажатой красную кнопку, прибор перестает издавать звуковое оповещение при отклонении от уровня, ну и лучи тоже перестают мигать. То есть спокойно можно выставить практически любой угол, начиная с отметки 3-4 градуса. На этой модели пока что такой функции не удалось обнаружить. Если есть, напишите в комментариях. Теперь про потребление тока. Включенный один луч потребляет примерно 250 мА тока. В таком режиме непрерывно может работать более суток от одного заряда. Ну и данная модель также потребляет значительно больше тока из-за более высокой яркости луча. Ну а при уменьшении яркости луча смотрим превосходный результат. Это порядка 70 мА тока потребления. И аккумулятор на хороших банках способен вытянуть без перерывной работы почти 100 часов времени. Несмотря на значительные отклонения по точности, все равно один из лучших приборов в своей ценовой категории. Если кого заинтересует, сделаем отдельный ролик по калибровке. Спасибо за просмотр.